Тебе нужно быть готовой прыгнуть во времени и изобрести что-то еще. Вдруг ты не справишься. Муа. Котик плачет и грустит. Что? Суперкот? Суперкот! Миледи? Я думал, что потерял тебя. О, знала бы ты, как я опечалился, когда ты пропала. А? Что с тобой случилось? Нет! Не отвечай! Мы и так все исправим. О, конечно, мы все исправим. Ведь ты вернулась ко мне, и теперь ты отдашь мне свой талисман. Мой талисман? Да что с тобой, суперкот? Прости, не хотел тебя задеть, миледи. Пожалуйста, отдай мне талисман. Прошу. Твой белый кот попал в передрягу. В тебя вселился Акума, суперкот. Поверь, тебе не нужен мой талисман, ведь я могу изгнать демона. Позволь тебе помочь. Спаси меня. Мой бедный котик. Расскажи, ты помнишь, куда вселился Акума? Сюда. Попробуй сломать разбитое. То есть тебе мало разбить мне сердце, Маринет? Что? Что ты сказал? А как же объятие? Маринет! Ты ошибся! Я не Маринет! Ты отдашь мне свой талисман, и я сам расставлю все по своим местам! Мега-катаклизм! Все было превосходно, пока бражник обо всем не догадался. Мешок с котом был раскрыт, а за ним и букашечку представили обществу. Мир стал таким благодаря нашей любви, миледи. Я найду тебя, миледи, и тогда ты отдашь мне свой талисман. Пора изгнать... Не просто найти моего Акуму, миледи. Можем уладить все намного быстрее. Просто отдай мне свой талисман! Ни за что! Супершам! Ластик? А? Я тоже хотел бы стереть прошлое. Но есть лишь один способ это сделать.